Здорово, пацаны! Пришел сегодня вот первый раз в лес после празднования Нового года и прочих всяких лихих праздников. И что-то тут подохренел, блин. Лес, короче, гниет, пацаны. Не знаю, если кто вообще понимает в этом. Я лично не понимаю, не могу понять, в чем тут дело. Лес просто гниет нафиг. Гниет труба. Деревья валятся, непонятные вообще какие-то завалы кругом. То ли, не знаю, может быть, дождь, лед, потом перепады морозов там всяких, блин. Хрен его знает. Но лес гниет однозначно. Я даже не знаю, что тут будет весной. Мы так радуемся этому лесу, потому что он стоит на таком пятаке среди многоэтажек. И как бы привыкли сюда ходить. Ну, лесу однозначно, блин, кранты. То ли его надо спасать, то ли хрен его знает. Может, городские власти тут разберутся. А может быть, они просто хотят его изничтожить и тут понастроить опять своих ульев. Хренову кучу. Вот это вот вообще я не понимаю, что это такое. То ли это бобры. Кто-то грызет бревна. Грызет бревна дико. Ну какие бобры зимой в лесу, блин. Непонятно. Может, кто знает, что это такое. Вот последний раз были здесь, такого не было. Кто-то все, ну вряд ли это зайцы тут грызут это все. Все развалено, деревья повалены. Кора на всех ободрана. Может быть, специально, что ли, уничтожают лес. Это очень... хреново. Некогда будет даже на шашлыки сходить нам с пацанами. Во, вот это вот дерево просто упало. Просто упало и лежит бревном. Какие-то завалы, буреломы, блин. Тут что, торнадо было какое-то. Непонятно нифига. Уже тут и белок не увидишь, только хрен узнает. Раньше здесь вообще прям белки скакали. Может быть, из-за того, что тут стройки рядом начали делать, как что-то тут какие-то автосервисы, всех отсюда зверей повыгнали. Короче, непонятно. Непонятно ни хрена. Вот, яркий пример хороший. Вот непонятно, что вот это такое. Вряд ли это жуки-караеды. Что ж это за жук такой, который так сожрал все. Вообще, вот что вот это такое? Кто это вот долбил тут? Дятлы, что ли, блин? Да ну, зимой дятлы внизу, дятел наверху. Короче, блин, дерево хана. Кто-то ухреначил дерево. Вот стоит еще одно, блин, без коры вообще. Какие-то страшные вещи творятся в этом лесу. Непонятные мне. Хочу передать привет всем орловцам, которые здесь отдыхают, любят, ценят и берегут природу. Вот что это такое нахер? Буквально год назад вот этого не было. Мы все с пацанами приходили. Вот здесь стоял стол, я здесь еще пару клипов снимал. Вот такой херни здесь не было. Вот нахера такие свалки устраивают? Блять, было охеренное место. С детьми сюда люди ходили. Пиздец. Все. У кого, блять, нахуй мозги, блять, нихуя не работают, блять. Я хуй его знаю. Нахуя вот это? Ты, блять, пиздячишь в лес, нахуй. Тянешь с собой жранину свою ебаную, блять. И потом ее вот здесь вот, сука, вываливаешь, блять, нахуй. У тебя, блядь, контейнеры вон там на выходе стоят, блядь. Нахуя это делается? Пиздец какой-то, блядь. Настанет весна, блядь, сюда нахуй хуй придешь, блядь, ёб твою. Будет вонь, срач этот ёбаный. Любители активного отдыха, ёб твою мать. Любители природы прут нахуй, сука, в лес нахуй, блядь, гадить. Я ебу нахуй. Вообще пиздец, блядь. Ладно, я понимаю, блядь, вот тут ветром, блядь, ветку сломало, блядь, вот, блядь, еловую. Блядь, ну вот это, блядь, ну это же пиздец полный. Полный пиздец. Вот это место было козырное. Мы тут с парнями сколько раз отдыхали, блин. Все. Блядь, стоило только вот здесь вот, блядь, девятиэтажек настроить. Пиздец, любители активного отдыха, вот они, ёптвое.
Смотри ты, сука, у тебя дома нахуй, блядь. Хули ты сюда прешься, блядь, барбос ты ебаный. Пиздец нахуй.